18 июля у здания УМВД России по Тверской области в ряд выстроились десятки новых автомобилей. В этот день, после окончания коллегии, ключи от этих машин будут вручены начальникам подразделений региона. Конаково, Холм, Лихославль, да, Нелидово, Осташков. Смирно! Равнение на середину! Ключи от 31 автомобиля марок УАЗ, ГАЗ и ЛАДА руководителям районных отделов полиции подразделений регионального УМВД вручает начальник УМВД России по Тверской области генерал-майор полиции Сергей Камышев. Начальник УМВД Калининский полковник Чебуздин Дмитрий Евгеньевич. Полковник полиции Смилов Александр Львович. Все районы у нас будут укомплектованы дополнительно транспортом, который будет использоваться как автомобили дежурной части, автомобили специального назначения, Нива, УАЗ. После церемонии вручения ключей Сергей Камышев осмотрел каждую марку новых автомобилей. Это «Ларгус» у нас для кадрового подразделения, да, будет объезжать по области, получать личный состав, готовности ко всем условиям службы. Так точно. Хорошо. Следственная оперативная группа может находиться здесь, правильно? Есть столик для работы, правильно? Отсек для задержанных есть. Да? Удобное место и для собаки. Спокойно, следственная оперативная группа полностью, да, и кинолог может выехать на любое место происшествия, правильно я понимаю? Отметим, новые машины будут работать не только в городских условиях, но и на селе. Для сельских районов подойдет, да, правильно? Мы даже когда вот работа участковых уполномоченных. Да, ну, да, смотрите, да. Если мы, опять же, говорим, что на них будет заниматься участковый уполномоченный, ну, тогда нам будет сделать расклейку, чтобы это было видно, что это участковый уполномоченный. Сергей Камышев отметил качество поступивших в распоряжение полиции машин. Качество транспорта намного лучше уже, и укомплектованность, и именно готовность для работы с органом внутренних дел, чтобы наш личный состав уже мог выполнять полностью достойно свои функции. Все, то есть уже готово. То есть начиная от видеонаблюдения, начиная там передвижения личного состава, резина. То есть отличный транспорт, я думаю, что нам очень пригодится и действительно он необходим для выполнения поставленных задач. Новенькие автомобили поступили и в УМВД России по городу Твери. Машины поступят в подразделение дежурных частей, подразделение уголовного розыска, также подразделение участковых уполномоченных полиции. Нужны вообще машины городу? Конечно, это новые машины. Часть из них с повышенными динамическими свойствами. Конечно, они нужны. Этот автотранспорт поможет сотрудникам полиции в укреплении правопорядка, повышении эффективности борьбы с преступностью на территории всего Тверского региона.